начинается новая волна. Я забрала микрофон у своих коллег, поэтому я обычно хожу с фотоаппаратом, мне дико непривычно. Сейчас волнуетесь? Конечно, Вот и мы очень волнуемся, мы рады, что нам удалось показать, кто мы такие. Вот, может быть, не на 100%, как бы хотелось, волнение все-таки сыграло свою роль. Вот, но это все благодаря тем ребятам, которые здесь вместе с нами. Они жутко талантливые, вот, и мы, конечно, тоже немножечко стали волноваться, несмотря на большой опыт, да. Ну, а я знаю, что вы в первый день, ну или первые дни писали Ивану Урганту письмо, он как, за вас болел? Я думаю, что да. А, то есть он даже не отдыхает. Он отдыхает, я думаю, что он в местах очень отдаленных. Я знаю, что на следующей неделе он уже приедет к нам. Не он, Гриша. Гриша, его брат, наверное, двойник. Нет, он вообще его не знает. А, не знает. Гриша обычно очень любит, когда их сравнивают. Прямо, да, им больно обоим. Правда? Слушайте, ну у вас сегодня свадьба, да? Да. А что обычно поют на свадьбу? Все, что знают, то и поют. Да. Немножечко бит другой